Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что, турнир закончился. Лига мастеров 3 звезды. Меня не сбросили за это время, что я был на работе. Так что отлично все. Так, кожеголовый 50, как говорится, ДНК. И 75 платиновых осколков. Ну что, я считаю, что неплохо, ребят. Так, открываем колоду. Точнее, не открыли колоду, а мы забрали с тобой награду за колоду. А колоду вот открываем сейчас. Паук, что ли? Нет, хан. Это был хан. Так, ладно. Пойдем быстренько пробежимся по серии испытаний. Возьму кожеголового. Также Армагон. Плюс Зек. Крэнк. Ну и пускай будет Леонардо. Нормальная команда. В принципе, должны тут без проблем пройти. Так, Зек. Ах ты, Зек. Ну-ка, давай заблокируем его. Угу. Что ты делаешь, парень, а? Что ты делаешь? Что вы творите, а, гаденыши? Давай, вырубаем. И... ну, тут можно проникающим сделать, в принципе. Отлично. И последняя волна. Здесь у нас... массовую бы атаку какую-нибудь бы не помешало бы здесь провести. Но ракеты слабо будет для них. Нам надо что-нибудь, вот, луч. Крэнговский луч будет, наверное, самое то. Нормально. Прилегли, так сказать, они отдохнуть. Ну что, а мы двигаемся дальше. Прошли серию, так скажем, испытаний. Забираем награды и пойдем теперь в поединки. Ну а в поединках мы ищем на нашего Рафаэля. Вот, Рафаэль ролевой. На него мы ищем, ребят, прокачку скиллов. Так, давай две катушки с пленкой попробуем найти. Одна есть. Угу, что-то не попали. Да ладно. Да хорош, ну давай мне катушку с пленкой. Ё-моё, вы чё? Получил. И 12 вот этих вот, ребята, номеров. Надо нам найти 12 номеров. Я не знаю, будем ли сейчас полностью искать. Так, пока я нашел 2. 3. Так, 4. 5. Ну, 6 находим и хватит на этом. Все, 6. 6 номеров. Так, давай задание. Выполнили. Поднять уровень персонажа. У меня мутагена маловато, поэтому будем... делать это все после, конечно же, друзья, турнирной арены. Но турнирная арена будет нам сейчас даваться очень тяжело, потому что время на моих часах, друзья, 10:30 вечера, естественно. И мы будем сейчас еле-еле подниматься, потому что если бы мы играли сразу по откату, было бы намного проще. Сейчас же будет все очень сложно. Так, ну что, Кунаичи. Кстати, ты заметил, что Кунаичи после своего суперудара делает на себя дебаф, понижение брони? Я только сейчас на это обратил внимание. 77-я позиция? Вы что, вы издеваетесь, что ли? Эй! Я в шоке. Ребята, я пролетел, получается, всего лишь 30 ступенек? Раньше мы могли пролететь полностью с одной до второй... этой, как ее, лиги. А тут всего лишь 30. Да ну, бред какой-то. А, нет, ребята, фу. Фу. Я не увидел, что у нас здесь поменялась лига. Все, все, нормально. Я уже думал, ну нифига себе, они мне на первой лиге всего 30 ступенек дали пролететь. Фу, аж отпустило. Так, ну что, давай тогда продолжать. Раз, два, три, четыре. Вот наша четверочка великолепно здесь пойдет. Леонардо, Донателло. Два Леонардо, кстати, здесь. Ну, мне бы желательно, конечно, массовую атаку. Есть, есть. Сможет завалить? Сможет. Ну вот и красавчик. Обожаю, когда, ребят, начинается начало недели. Мы можем здесь спокойненько, без откатов, без всего, проходить своими силами. Ровно сотое место.
Так, 12-13. И раз, два, три, четыре. Блин, пока еще 4 персонажа у нас. Хотелось бы уже 5 получить. Ну что, торнадо? И нормально. Ну, потому что у них уровень здесь маленький. Как бы разбираем вообще без проблем. А вот уже и в элитушке. Так, в элите. Кого бы нам тут... Во, 12-14. 12-14, друзья. Раз, два, три, четыре. Завтра попробую, знаешь что? Попробую успеть на акцию и приобрести телефончик себе. Новый хочу взять телефон. Вот. Так он стоит 15, но я хочу успеть по акции взять его за 6000. Как говорится, акция... Акция у нас получается ограниченная. Всего 2000 телефонов. Вот. Я себе, как говорится, напоминалочки всякие тут поустанавливал. Хочу урвать. Телефончик крутой. Не знаю. Не занимался, ребят, никогда обзорами, но думаю, может быть, сделать на него обзор. Хотя, чтобы делать обзор, нужна, ребят, нормальная камера. Хотя бы какая-нибудь цифровая, да? С моей, извини меня, Logitech вебушкой. Ну, я имею в виду веб-камерой. Которой уже я даже, ребят, не знаю, сколько ей лет. Ей очень-очень много лет. Она у меня появилась, я еще даже на Ютубе ролики не снимал. А на Ютубе я сколько? Всего 5 лет? Ну вот, и она где-то у меня еще до этого года 2 была. То есть 7 лет ей. Ее бы давно уже поменять надо, если честно. Взять современную. Но я как посмотрел ценники на современные веб-камеры, там от 7 и выше, я имею в виду нормальные веб-камеры, так лучше тогда зеркалку взять за 30-ку. Ну, за 30-ку, ребят, естественно, это бюджетная версия. Там где-то от полтинника, там Nikon, Canon. Ну, я столько денег не зарабатываю, чтоб, как говорится, баловать себя такими изысками. Так, ну хорош. Нормально. Ну, мы тут, кстати, неплохо очень даже разобрались. Хм. Как говорится, старая школа вернулась, да? Разговор под видосик. 13. Давай, наверное, вот эту вот возьмем командочку. Мы еще до сих пор топчемся на полтинниках. То есть 56 место. Даже 60-ку еще не взяли. Хорош, давай. Накумаривай, родной. Так, и никто не упал, нормально. Минус крайка, давай космический корабль вызовем, Лео. Баксер, валяться, я тебе сказал. Какие-то у этого Рафаэля, я не пойму, это вот даже на сайт, честно говоря, не похоже. Какие-то клинки у него. Маленькие клиночки. Так, ну а мы тем временем уже в самураях. Так, 14-17. Он уже имеет 40-й уровень. А мы еще до сих пор 56-й, 57-й. Только будем после следующего боя переходить. Ну что, Лапекс будет первый, да, или кто? Да, у Лапекс, кстати, инициатива у нее побольше будет, чем у этих Микеланджело. Причем у обоих. Так, а если бомбочку? Угу, а если вот так? А если еще и массовый? Вот этот Донателло, блин, ролевой, ребят, мне кажется, он тоже был бы неплох, если его прокачать. Ну, смотри. Во-первых, ребята, у него есть массовая атака с наложением постепенного урона. Во-вторых, он хилер. То есть это как вот Леонардо у нас есть, да? Он имеет и массовую атаку, и может хинуть. Вот такие бойцы в командах вообще будут, ну, супер полезны, если честно. Потому что он может и хильнуть, когда у тебя мало здоровья, ну и, естественно, и бомбануть, когда это нужно. Так что, как бы вот...
подкупает меня эта штука. Кстати, вот здесь вот у Шреддера тоже, ребят, у него есть массовая атака, да? И есть у него хил. То есть, как бы, ну, тоже неплохо. Смотри, смотри, видишь, все-таки сработало. Все-таки повесил на всех уклонения. Круто. Что я могу еще сказать? Пит рулит. О-о-о-о, смотри, видишь, что делает? Делает отхил. Так, а мы бросим туда ему гранат. Угу. Подожди. Не, ребят, я вру, у него отхила нету. У него есть баф. У него есть хороший баф. Это другой, по-моему, у нас Шреддер. Который... Ну да, 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 типа робота. Вот он, да, он может бафать на хил, а этот нет. Этот у нас просто рубашит и бафает. Ну и вызывает, естественно, массовую атаку. Поэтому его как-то нет. Если вот дали бы мне выбор прокачку, я бы не стал бы его прокачивать. Я бы другого бы, да, скорее всего, стал бы, а этого нет. Ну что же, они уже 45 уровня, а мы все еще 50... А, вот, вот, уже на 60 уровень мы перешли. Ну и хорошо. Единственное, что мы вот за этот проход мутагена получим очень мало, ребят. Хотелось бы много получить, а получим мало. Потому что с самого начала все как бы легко и просто, и нам будут давать очень мало мутагена за это все дело. Так, они ускорились. Так, этот уходит в невидимость. Можно сделать провокацию. Наверное, я так и сделаю. Я сделаю провокацию, плюс массовая атака и добивка. Мутагенуид тоже, в принципе, ребят, неплох вот этой атакой, массовый удар по земле. Но как бы качать только лишь из одного удара, такое себе, знаешь, удовольствие. Если бы у него было бы еще что-нибудь такое суперское, тогда да, без проблем бы. Вот, вот этот, ребят, Шреддер может хильнуть. У него массовая атака есть, да? Он вызывает этих кланфутовцев. И он может хильнуть. То есть вот у него атака массовая идет. Плюс хил. То есть как бы довольно неплохо, я считаю. Вот этого Шреддера можно было бы прокачать. Я не знаю, почему я его называю роботом. Но помнишь, когда мы с ним дрались, он почему-то, ребят, начинает коротить и падать. Я его еще назвал. Он что, типа робот, что ли? Что коротит его? Так, ну что, 14, вот, вот, 15, 19. Раз, два, три. А тут уже все, ребят. Мы уже имеем 70-й ранг наших бойцов. А он до сих пор еще даже 50-й не получил. Поэтому тут расколбас будет вообще без проблем. Мне нравится, как пауку свою паутинку. Ты видел, как он ее, шарик этот, смотал и ударил. Шикарно. Просто белиссимо. Ну что же, давай смотреть. Перейдем. Да, мы уже в сёгунах. Ровно сотое место, но зато в сёгунах. Сейчас попробуем. Не знаю, получится ли у нас в сёгуны две звезды, но очень бы хотелось. Потому что в следующей серии, ребят, мы опять же упадем в самурае. Завтра у меня крайняя смена. Есть, есть, ребята, в этом графике свой небольшой плюсик. По 12 часов работать, по две смены, потом выходные. А иногда, знаешь, когда ты болен или усталый, кажется, ё-моё, 12 часов пахоты. Ну, это ерунда, ребята. Эти вон у нас, как их назвать-то, подрядчики, гастарбайтеры, они по 12 часов без выходных, две недели, потом две недели отдыхают, и так два месяца. 200 штук. Иди гуляй. Так, ладно, давай, поехали. 15-19. Ну, давай возьмем эту команду. Раз, два, три, четыре, пять.
Сейчас мы попробуем. Ну, что тут попробуем, ребят? Усаги должен их завалить. Да. Один причем. Причем без проблем он это сделал. Так, шутя. Шутя, смотря в глаза ему. Ну да, мы в Лигу Сёгунов 2 звезды. Но, ребята, у нас будет позиция где-то такая 80-я, 70-я, что-то вот в этом роде. Хотя, ты знаешь, бойцов-то еще хватает. Может быть, даже... Может быть, даже еще два боя, тогда мы... Тогда мы вообще перейдем в Лигу Сёгунов 3 звезды. А почему бы и нет? А почему мы недостойны, да, ребят? Шикарно. Шредер прописывает. Кто бы мог сомневаться, что он этих сосунков завалит с полтычка. Ну а вот и Сёгун 2 звездочки. 15-20. Ну, раз, два, три, четыре, пять. Ну да, мы еще один поединок все-таки отыграем. Но на 3 звезды, скорее всего, не попадем. Пита этого сразу ушатали. Молодцы, красавцы. Просто красавчики. Окей. Ну давай, двигаемся дальше. Смотрим, что у нас за позиция будет. Не, ребят, не получится. Хотелось бы на 3 звездочки, но не выйдет. Слишком много нам нужно тут кубков получить. Слишком много нужно нам получить кубков. Ну что, бомбанем под Полтавой. Хлоп. И все, и сдуло их ветром к ядре Нефени. Ну вот и все, ребят, мы с ареной на сегодня закончили. Да, немножко нам не хватит. Я тебе говорю, если бы мы при самом откате бы играли, мы бы были бы в Лиге Мастеров. Ой, в Лиге Сёгунов 3 звезды, а может быть даже и в Лиге... Не, ну в Лигу Мастеров вряд ли бы попали. Но в Лигу Сёгунов 3 звезды, где-то 80-я, 70-я позиция была бы это точно. Так, на испытаниях, ребята, Усаги против Мощи. У кого нет Усаги, все уже, наверное, знают, да, что стоит его качать. И стоит его приобретать. Поэтому дерзайте. А я пойду пока, наверное, пройду вот этот вот эпизодик для того, чтобы мне можно было фармить наши жетоны. Так, бомбочка. А, так тут, тут же 10 уровень. Тут можно на автобой влепить, и все, и они сами тут пройдут. Хлоп. Готов. Готов. Ушатали. Ушатали. Так, ну что. Лео и Карайка тоже, ребят, свое получили по заслугам. Ну и мы начинаем фармить. Так, у нас, во-первых, сколько этих? Давай глянем. 295. Ну, в принципе, нормально, ребят. 295. По 2 тратим. Будет хорошо. Так, остальное все идет на жетоны. Нам нужно сколько? 720, да? Конечно, долго мы будем открывать этих наших ребятулек, которые там остались, потому что у одного 820, у второго 820, и это достаточно долго. Так, ну что, сейчас мы потратим все, весь сыр, и пойду я, наверное, открывать. Точнее, не открывать, а покупать 3 ДНК. Так, еще 3 попытки. Раз, два, три. Все, так, идем в магазин, в предметы, в жетоны. Угу. Подождите, ребята, я попутал, да? Я же думаю, почему 530-то? А зачем я это сделал-то? Твою налево, ребята, вот это... Это же надо было так обделаться-то, ё-моё!
Ну вот же Рокстеди стоит. Ну ё... Вот она, спешка моя. Я в шоке сам себе, ребята. Это надо было так лопухнуться-то, а? Накопил и приобрел того, кто у нас прокачан. Молодец. Молодец, Рэй, 5 баллов. Иди гуляй, порежь колбаски. Ну что, друзья мои, вот на такой идиотской ноте я буду сегодня заканчивать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.